Шеф-повар Максим Григорьев. Капкейки с лимонным курдом. Предлагаю вашему вниманию капкейки шоколадные с лимонным курдом и шоколадно-сырным кремом. Время приготовления 45 минут. Ингредиенты: кексы. Какао-порошок 40 грамм. Лимонный курд 9 чайных ложек. Масло сливочное 100 грамм рам. Молоко 100 мл. Мука пшеничная 200 грамм. Разрыхлитель 0,5 чайных ложек. Сахар 100 грамм рам. Яйца куриные 2 штуки. Ингредиенты: крем. Какао-порошок 40 грамм. Лимонный курд 9 чайных ложек. Масло сливочное 100 грамм рам. Молоко 100 мл. Мука пшеничная 200 грамм. Разрыхлитель 0,5 чайных ложек. Сахар 100 грамм рам. Яйца куриные 2 штуки. Крем. Сахарная пудра 50 грамм. Сливки 33% 100 мл. Творожный сыр 200 грамм. Шоколад темный 25 г. Шаг 1. Ингредиенты для приготовления кексов: мука, сахар, сливочное масло, яйца, разрыхлитель, какао, молоко, лимонный курд. Шаг 2. Соединяем все сухие ингредиенты: 40 грамм какао-порошка, 200 грамм муки, 0,5 чайных ложек разрыхлителя, 100 грамм сахара в подходящей, глубокой посуде, перемешиваем венчиком. Вводим 2 яйца, 100 мл молока, перемешиваем лопаткой. Шаг 3. Растапливаем сливочное масло, 100 грамм, и вводим его в тесто, перемешиваем. Шаг 4. Тесто раскладываем по формочкам, вложив в форму бумажные капсулы. Выпекаем при 180 с около 30-35 минут, проверяя на сухую зубочистку. Кексы остудить. Шаг 5. Займемся кремом. Ингредиенты: творожный сыр, сливки, пудра сахарная, шоколад. Шаг 6. Холодные сливки, 100 мл, взбиваем венчиком до устойчивых пиков. Творожный сыр, 200 грамм, смешиваем с пудрой, 50 грамм, и растопленным шоколадом. Шаг 7. Крем убираем в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Шаг 8. Плунжером, или как у меня, самой большой по диаметру насадкой, вернее, обратной ее стороной, выдавливаем в кексах дырочки, вынимая из них тесто. Его можно съесть, а можно, измельчив, добавить в крем. Шаг 9. Наполняем сердцевину лимонным курдом. Шаг 10. Украшаем шоколадно-сырным кремом. Наш десерт готов. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.